Татары, немцы и русские встретились на одной сцене на зональном фестивале народного творчества «Родные кружева». Такой большой по количеству народностей праздник в Канске прошел впервые. Инициатором и организатором стала гимназия номер один. Этот фестиваль призван поддержать, сохранить культурное, традиционное многообразие народов России в едином российском пространстве. Объединить всех тех, кто любит народное творчество и непременно желает поделиться своим искусством. Георгий представил на фестивале народный грузинский танец. Почти все его предки этой национальности. И хотя семья проживает в Канске, мальчик не на словах знаком с традициями своего народа. В Грузии там очень много деревень, и там везде ходишь, и там чистые воды, родники, и там очень много животных. Там чистый воздух, очень вкусные блюда, к примеру, сыцы, хачапури и шашлык. Еще один коллектив представил культуру татар. Калак из Лары, что переводится как «городские девчата», выступают сравнительно недавно. Их песни в основном о любви. Это все началось с того, что стали готовиться к Сабантую. Вы же знаете, в этом году первый раз у нас проходил Сабантуй в городе Канске. Его не было уже 69 лет в Канске. И вот как-то с этого началось у нас это пение, наш маленький коллектив создался. Мы только начинающие, конечно, певцы, но, я думаю, у нас все впереди. Традиции русского народа коллективы постарались передать сразу несколькими способами. К примеру, вот так, скороговорками, шутками и прибаутками сыпали гости из Канского района. На опушке в избушке живут старушки, волтушки. У каждой старушки лукошка, в каждом лукошке кошка. Кошки в лукошках шьют старушкам сапожки. Сразу несколько участников фестиваля вспомнили о старинном русском инструменте – деревянных ложках. Естественно, не обошлось без зажигательных старинных хороводов, сарафанов с вышивкой. Праздник получился настолько ярким и веселым, что организаторы уже задумались о том, чтобы сделать его традиционным. При этом планируется расширить и географию фестиваля. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.